Всем привет, ребята, и мы играем в Counter-Strike Global Offensive, соревновательный режим. Ладно, что-то я не попал, ладно, я отвлекся. Так, значит, я поднял наконец свое звание, вернул точнее, два калаша у меня было, вот, и наконец-то я, так, в нижний ушел, промазал, опять промазал, лаки, это не друган, ну нет. Ах, сзади обошли, фу. А чё на лапу не берет? Странно. Ладно, возьмем еще раз авапу. Я не знаю, будут ли здесь в тиме русские, но я спрошу обязательно. Здесь будут адекваты. Потому что были моменты вообще, ну, такие люди, там, особенно школьники. Вот. Ну, против школьников ничего не имею, просто, ну, ну такие тупые, там, такое несли, я не знаю, я такое не умею нести. Блин, что-то промазал. Я думал, его прибили, ни хрена его не прибили. Так, ищем авапу. Так, значит, еще два человека не зашли. О, моя авапа. Получай. Сзади меня идет, да? Так, в КТ есть. Так, сейчас будем делать так. О, все, зашли. Значит, русский уже точно есть, потому что есть зеленый гусь. Вот ник, значит, он русский. По-любому. Так, ну чё, спавните давайте. На! Блин. Да чё за хрень? Всё, перезаряжаемся. Ой. Блямба, чё-то вообще. Ладно, это разминка всё. Ой, взяла вап, сейчас затащена. Для других, конечно, как я играю с вапой, как бы фу-фу-фу, но ё-мо. Умеешь лучше, я рад. И умничать не надо. Русский в тиме есть. Понятно. А зеленый гусь чё молчит? Russian noob. Вроде нет. Ага. Как смешно, ё-моё, придурок. Чё оранжевый стоит? Конечно. На съемку всегда идет, попадает, да? Так, один в КТ. Шорт один и лонг. Яма. Так, он в яме сидит, блин. Одного 50 жизни. Так, меня уже приглашают играть, но ха-ха. Блин, ну не могу я в голову в цель попасть, блин. Ко? Ну ладно. Так, сейчас я напишу. Капец, мне в голову прописал. Рашить Б, ну ладно, давайте. Так. Значит, мы уже один раунд взяли, отлично. Ну бляба, ну что это за рашем называется? Опять в голову. Рашем называется, ага. О, а чё это за спецназ такой идет, попрыгал? 2-1, ну. Дорс, ё-мо, ну окно может быть. Окно. Отлично, найс.
О, К возьми. О, молодец. Так, берем пока с этого, потом будем сова проходить. Так что есть такие умники, которые: ой, ты так умеешь с этого, да какие два калаша, ё-ма, да ты не умничай, ё-ма. О, у него чё, щелкунчик, что ли? Так, почему бомба всегда первая идет? Ладно. Так, чекаем яму. Здесь чисто. Плент. Пока чисто. Дыма у меня нету, ладно. Думал, будут слепу кидать, нифига не кинули. А, чисто получается. Так, чекаю лонг. Хорошо. Понятно, шорт есть. Ай, сзади есть, я извиняюсь, что не так чекнул. Блин, я своего не прикрыл, я извиняюсь, конечно. Это случайно, я извиняюсь. Так. Так, сейчас он должен инфу дать. Там на каком слове? На английском, что ли? Так, на планету никого. Блямба. Ага, на гусе есть. Как они смотрели? Я видел. Я видел, ё-моё. С Тимой повезло. Шо, у них там Тима раков, что ли? Так, молодцы. Найс. Так, отлично. Супер. А, русский, блин. И ё-моё, блин, мне нравится. Ладно, две вапы не надо. Будем пока сходить с этим оружием. Так, что на последнем месте? Ладно, ничего. Сейчас тащим, ё-моё. Чё тут, ё-моё? Тут легко мне на первое место попали. Почему не тороп? На, получай. Так, ладно. У меня 4 жизни, я ничего теперь не сделаю, ё-мо. Так что давайте, идите первый. Отлично. Давайте. Так. Отлично. Ну капец! Я слышал, что он это, я думал, успел заплатить, или я подумал, что, блин, помогут. Нифига не помогли. Найс. Это, ладно. Молодцы, все равно. Хорошо. Супер. Так, ладно, возьму я АК. Вот я получил. Вот эту вот снайперку, прямо с завода, она стоит 50 евроцента, может плюс-минус 5 евроцента. Вот, когда на уровень перешел, так что класс. Вот, красивая, конечно. Есть только два вида, прямо с завода просто, есть сувенирная, стоит около 25 евро вроде. Так что вот такая тема. Так что она очень редко, только я не знаю, почему так дешево стоит. О, да. П90. У них что, скар? Или там авапа? Ай-яй-яй-яй. Марш.
лучше. Реклама. А, я буду зад чекать лучше. Хиперпл хи. Отлично. Гоу-гоу-гоу. Ай, бляба, ну какого? Плант. Короче, на планту я имел в виду. Вот там он, шифти. Good job. Ох, взял ту лапку. Так. Один мат, ё-моё. Мат-перемат. Так, ладно. Будем с АК бегать. Потому что она красивенькая. Элитное снаряжение. Почему у нас авапер стоит? Объясните. Он должен инфу давать. Ё-моё. Всё уже профукал своё. Всё уже... Не... Как он тут инфу дает? Так. Мид, отлично. Ой, я хотел гранат кинул, ладно, кинул слеп. Ай, блин, в нижнее тонул. Блин. В нижний он. О, ночная буря, ух ты, дигл какой. Так. О, там двое. Двое было. Ладно, один раунд профукали. Ладно, ничего страшного. Возьмем сейчас. Ну нифига себе. Я, блин, стараюсь как-то играть более-менее, да, и все равно на последнем месте. Пришло время брать авапу. Так. One mid. Да как так? Ах, ладно, на всякий случай я кину здесь дым, что меня не прибили. Ну давай, 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 идем, гоу, гоу, идем. Ё-моё, там один вроде. Капец, это... Нифига себе, он вдвоим в голову. Нифига себе, мощный. Он что, не чекнул даже? Мид? Или он чекнул? Так. Это будет окно. Или двери. Все-таки он двери, упрямые. Найс. Так, это муха, понятно. Все. В дело идет бизон. Как-то да, у меня не очень получается. Ладно, ну, ничего страшного. Может здесь есть Big Star, поэтому... Может быть все. Все что угодно. Но мне, чтобы повысить, так сказать, не повысить, чтобы поднять мне... Как бы, ну, с пятого подняться хотя бы на третье, надо хотя бы 4 кило сделать. Так, ну все, идем. Все чисто, хорошо. Так, все, заплентил. Ладно, это будет 2 мид, это 2 шорт получается. О, вапа.
Авапа, супер. Отлично. Блин, что-то косо. Все. Ты что делаешь, ёба? Что, еще ненормально стреляет по своим? А, хотя вроде есть такая тема, если много раз своих убьет или попадет, то потом это кикнут его вроде бы. Кикнется он вроде. Что-то есть такая тема. Отлично. Сколько раз меня не могли прикрыть нормально, так что. Что я вот это еще. Цветочки. Ой, плохо дым кинул, ё-моё. Очень плохо. Блин, я думал его примем к этой. Ну зачем? Блин, мне надо хотя бы на третье место. Получается оранжевое, желтое, не мощно. Ну молодцы. Че еще может? Б, хочет, ну ладно. Так. Один Б. Блямба! One B. И бокс, да. Че, он уже. А, значит пошел в нижний. Ну, я, получается, один Б должен быть. Пока что. Так, все, я становлюсь, ладно. Значит, туннель смотрят. Ну, блямба, ну что ты? Пипец, ну мне нравится эта тема. Капец, блямба, ну это пипец, я по своему стрельну из-за того, что, блин... Лазил фиг знает. Блямба, невозможно. Команда. Пипец какой-то, ё-моё. Летит прям под пулю. Ну я могу тебя вообще прибить нафиг. Ой, блин. Так, пусть он чекает, а я иду на лонг тогда. А вапер. Молодец. О-о-о! One long. Пипец, я балдею. Так, вроде бы сейчас будет еще. Вот, начинаю разогреваться я. Так, я не знаю, где-то здесь он топал! Behind. Nice. Take a VP. А, окей. You want IP? Thank you. Все, во, пожалуйста. С АВП так неожиданно, блин. Я как раздал. Так. 1B 1B Nice man. Nice man, ё-ма. Ну естественно разогрелся, все пошло, ё-ма. Так, вот где он? Вот где же он? Так, на миду никого. Ой, блин, плохо слепанул. Ну.
Ой, это я... Ай, блин! Шорт вон. Капец, как-то вот так вот получилось. Отлично. И last short получается. Или идти лучше на Б. Откуда? Да его не может здесь быть на Б, ё-моё. Потому что на шорте он тут может быть на КТ. Окей. Найс, nice job. Просто отлично, супер, молодцы. Команда отлично, просто мне взбесило, когда я хотел стрельнуть в окно, там был в окне враг, хотел его прибить, а мне бац, а я попадаю в своего, пипит. Why is this so easy? Почему так легко? Хм, может так, враги такие тупые. Ну куда ты вот лез, вот объясни ты мне. Надо дым всегда кидать вот так вот, чтоб хрен тебя пробили. Там даже две авапы. Two mid, maybe. А, значит один. Окей. Да блямба! О! Туннель, что ли? Так. Где же эта тварь лазит? Ну, задымили еще лучше. Так, П-90, петушара. Отлично. Так что 3 раунда взять нужно? Лаги у него. Бывает. 3 АВП, но я не знаю, зачем вы, сука, взяли. Я там засейвил один, купил сейчас. Ладно. Я еще АВП засейвил. Капец. Так, значит, мы делаем вот так. Мы делаем вот так. Кажись, здесь есть, не, нет. Ой, блин. Он там. Отлично. Ой. Блямба! Найс. Блин, ничего, все равно нормально. Так, я на четвертом месте, ничего, нормально, все равно. Ни одной помощи, это значит, ё-моё, блин. Что-то я умею, блин. Умничать все умеют. Я тоже могу поумничать, так что выпендриваться будете в другом месте. Что меня бесит. Бесит, когда говорят, ой, ты с этим ходишь вообще, ой, да ты нуб, ой, да ты... Так, а это тебе вообще 3 звезды на теле 2. Не умничать, все. Умеете лучше, молодцы. Русский. Понятно. It's B? Хорошо. Ой-ой-ой, вот это... Мне еще и чуть лагнуло случайно как-то. Ладно, этот раунд мы отдали. Давай, 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 давай. Almost. Ха. Почти, честно. Почти.
Я знал, смог не ми. Так, я на Б. Ладно, тут два раунда взять, это изи вообще. Какие они метки все-таки. Да. Все, АК моё. А моя. One mid. Ну это Б скорее. It's B. Ай, блин, с прицелом, блин, собака. О, отлично. Это Б, по-любому. Я... Вот, задымили, молодцы. И лучше через окно постараться. О-о-о. У него есть 20 секунд, это чистых. Уже секунд 5, ну как бы, или 30 секунд чистых было. Ладно, уже у него осталось секунд 5, и у него не было дефюзов, поэтому он бы ничего и не сделал бы. Ладно, ничего. Так, берем бизон, и честно, ай, блямба. Два рака болтают между собой, зеленый и линк это. Бизон тащит, я вам серьезно говорю, потому что я вчера так с ним делал. Так, я останусь на Б. Это Б будет. Я думал, он... Я думал, он что-нибудь сделает, он ничего не сделал, ладно. За что мне пуля, объясните, а? Вы что издеваетесь? Я думал, это Б, а это А. Так, я стараюсь как могу. Так. Ой, блин. Сори. Ладно, ничего, нормально. Блин, я хоть с бизона бы я мог бы, блин. Ладно, ничего, нормально. Так, АВП есть. Так, берем тогда мы эмочку. Так, вообще двое тут разборки имеют. Вон тут лямба зеленый идиот. Бесит. Гениально, он встал почти на миду, блин. Так, у него... Три лонг. Чё это, шорт? Так, отлично. Так, а вапа есть у них? Так, я пока мид чекаю, петух я не беру. Чё, они уже по шарту прошли как-то или нет? И чё это было сейчас? Кинули и чё, не пошли? Или это зеленый стреляет? Понять никак не могу. А, это... О!
Он сказал, что на планету вроде. Он сказал, что на планету вроде. Вот если он сейчас профукает, я не знаю, вообще ему авапу не надо давать. Так, я пока... Да возьми ты быстро авапу... Йо! Авапу нельзя было быстро взять. Planet Unknown. Так, я потихоньку догоняю своих, так что это возможно, блин. Так. Я об текстурку вопрос. Так, ладно, я иду бета. Блин, мы не можем взять раунду, это пипец, это два раунда осталось взять, это вообще, это ничего вообще. Так, это туннель. Нижний вроде. Не? Я же сказал, что нижний туннель, ё-моё. Я же слышал шаги. Нифига себе, встрельнули. Я двом, что он написал? Я... Да это получается... А, через шорт уже прошли. Хотя можно попробовать так. Ай, блямба, ну зашибись. Это просто зашибись. Этот зеленый отвлекается, ё-моё, блин, достал. Берем аук, пробуем с ним что нибудь сделать. Хоть я сейчас с Эмкой ходил, с Бизоном ходил. Заколебали они с этим говном ходить, честно, заколебали. С этим Скаром ходить. Вот согласен. Отлично. Просто сидим, ну зачем? На спавне сидим, на резерве точнее. Так, мид, хорошо, принимаем. Пипец, два раунда не можем взять, это как капец какой. Так. Так, 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 ну. Главное, нам нужно сидеть. Чё это, шорт? Главное, ну, конечно, с ланга или откуда. Понятно. One long. Это пипец с этим Скаром, это... Пипец, ну и что делать? Его надо сливать. Чё, все, бай, ладно. Бля, это капец, они со Скаром заколебали. У меня был нормальный счет, ну без. Из этих тупых смертей, блин. Дом пуш, дом пуш. Капец. Мне тут сейчас какие звания, особенно у зеленого и middle. Отлично. Понятно, это шорт. Мид one. Short. Mid one. Going shot, going shot.
Ах, бля, сколько у них этих скаров грёбаных. They have two scars. Блин, я, наверное, не в том склонении сказал. Они не поняли меня. Капец, ладно. Это шорт. Или КТ. А, нет, КТ, молодец. Блять, бля! Чёрт. Так, АВП один есть, ладно. Два АВП. Отлично. Так, они сейчас чекают. Короче, они нубы с этими скарами, честно. Нубы, блин. Только скары и этот самый используют. Шорт. Отлично. Все, минус К. One resp. Просто сидим на точках, просто сидим, все. Я вот здесь буду сидеть целую минуту твою дивизию. Молодцы. Молодцы. Excel. Да, последний раунд, и мы победим. Все, это просто пипец, это. Пипец, на. Две вапы. Скар, МК и АОК. Круто. Free noobs and team. Ну, он на третьем месте, я бы так бы не писал бы, потому что когда ты будешь на первом месте, то ты это. Вот. Ну, я понимаю, что у них пинка. Ого-го. Отлично, найс. Ой, блин. Хо-хо. Ой, блин. One tunnel. Down tunnel. Все, мы победили. Отлично. Так что вот такая вот тема. Значит, победили, блин, а опыт что не дали. А фонарить. Ну ничего, на третьем месте нормально, так что. Сыграли хорошо. Ой, все два калаша. Я это сфоткаю просто, чтобы для себя, чтобы все были два калаша. Я думал, здесь Big Star есть. Хо! Ну ладно, ребят, спасибо, что посмотрели. Надеюсь, вам понравилась такая это, как бы почти что изи, так что вот. Спасибо. Вот, и вот, значит, вот это вот оружие получил. Так что всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам нравится КС. И если хотите, может, еще эту самую соревновательную. И, короче, всем спасибо и всем пока.